О Медиапро я узнала от мамы. Это было летом в 2016 году. Я все время напевала любимую песню рядом с мамой, когда сидела в машине. И мама говорит: «Доча, а ты знаешь, что есть такой центр Медиапро? Может, ты сходишь туда на кастинг?» Ну, я согласилась. Мы пошли на кастинг. Я спела. Но это еще не все. Меня попросили показать актерское и показать, как я танцую, ловлю ритм. На кастинге сидела жена Нургульдосова. Именно она оценивала ребят. Она отметила то, что у меня очень широкий диапазон голоса и красивый лирический голос. Я, конечно, не поняла, о чем она, но все же я сказала спасибо. А также я хочу поблагодарить свою маму, потому что именно она просветила меня в Медиапро, рассказала мне о нем, показала мне, что существует такой творческий центр, где обучают детей. А Медиапро дало мне не только творчество, она дала мне очень много новых друзей. Друзей, с которыми я разделяю общие интересы, с которыми надеюсь построить свое будущее, связать с ними вместе, потому что мы находимся в одном центре, мы обучаемся все вместе, мы одна семья. Здесь, в Медиапро, я нашла себе новых друзей, новые увлечения, к тому же изменила свои взгляды на свою жизнь. За эти два года, прекрасные два года, я стала именно тем человеком, которым хочу стать в будущем.